Очень классно его когда распушил. Ёшкин кот. Ну этот ярче, да, но с ним аккуратнее надо. Ребят, всем пламенный привет. Мы с вами приехали в салон, где макияж стоит 2000 рублей. Хотя, во-первых, это вообще не гарантия, то есть может ценник один, а по факту, ой, мы 100 лет не обновляли, уже все подорожало в 10 раз. Я выбрала относительно несложный макияж, но там нет нагромождения конструкции, макияж, который мне делала Земфира. По сути, там вся фишка в коррекции, светлая, темная, и красивые стрелочки. Ну, в общем, если все это правильно расставить, я сделала скриншот из видео, то есть там нет фотошопа. Ну, господи, ну собрались все тарахтелки планеты вокруг меня. Там нет фотошопа, потому что я просто на телефон себя снимала селфи, и у меня в закрепе в телеграм-канале есть это видео. В общем, я там прям на скриншотила моментики, когда я сюда-туда смотрю, там видно, где светло, где темное, какие стрелочки. Будет супер, если мастер хоть как-то плюс-минус приблизительно это повторит. Давайте проверим. Ну и да, обычно снимаю на телефон, потому что камеру, я думаю, все буду бояться. И обычно мне говорят, ой, у Земфиры макияж там стоит около 15 тысяч образ, когда мы снимали видео на этот момент. Да, но смысл в том, что начинала-то она не с этих сцен. Изначально, когда она из А5 делала, она тоже делала классный макияж и еще дешевле. То есть смысл не в цене, цену ты получаешь уже тогда высокий пресс, когда ты уже круто делаешь. То есть к моменту образования высокой цены ты должен уже уметь на этапе достаточно низкого среднего ценника делать классно. Поэтому вот эти разговоры, что красиво обязательно дорого, нет, потому что все дорогие когда-то были недорогие. Вот такие вот пирожки. Здравствуйте. Девушка, какая красотка. Вы вас издалека увидели. Сюда? Нет, первый квест. Вы как сегодня, под запись? Да, я же записывалась. Нет, я не до под видео. А, вообще да. Можно? Не знаю. Сколько ваших видео смотрела. Хорошие, надеюсь, видели. А у вас есть что хочешь? Ну да, я думала. А то, может, я не умею. Лица ничего нету. На лице есть у меня солнцезащита и уход. Мы же не будем, а читоник? Чуть-чуть, да, он очень такой легкий, освежает и немножко увлажняет лицо. На бровях что? Гель? Сыворотка, наверное. Ну, на всем лице отдельно, на бровях нету. Такое ощущение, что там как будто какой-то гель на ней. Может быть, но это общий для всего лица. Цвет волос классный. Спасибо. У меня такой же есть. Иру, Иру, нет, не он? Ну, Ира, антрацианин. Да, да, да. Это же девочки делали недавно. Прятки. Долго он держится? Ну, антрацианин дольше, чем Ира. Они такие, они неоновые, цвет как классный. Да. Ну, там коричневый. У вас в референсе. Да. И светло-бежевый, и пойдет на серединку более светлый. Здесь мы выделим веко, под стрелочки нарисуем. Ясно. А там вот именно все веко, оно в основном как будто светлое. Светлое, да, под бровью такая вот коричневая заговорка, да, да, и да. Стрелка. Так, это основа, да? Новенький спонжик. Да. Класс. Наносите на руку, а потом на меня. Да. У вас прям недорого макияж, стоит 2000. Да, всего. Ну, мы не делаем сложные какие-то макияжи, то есть это больше такие базовые для клиентов, которые хотят там укладку и как дополнительные, да, ну, что-то на выход. Ну, вот мой бы сказали, что он базовый, который я вам... Нет, не сказали. Почему? Ну, за счет стрелок и вот этой вот дуги, то есть это не то, что делаешь, да, каждый день, более такой выходной вариант. А не делается потише случайно? Может, можно попросить? Сейчас админ выйдет, он чаек вам делает. Спасибо. Но я попрошу. А стрелки просто делаете вообще? Есть? Стрелки делаем, да, конечно. То есть там сложность в коричневой загогулине? В коричневой загогулине и в сложности стрелок. То есть они не обычные базовые, которые верхние века, да, подчеркивают, а все-таки такие более яркие. Спасибо большое. А можно, пожалуйста, музыку потише, если никому не... Ну да, она громко. Спасибо. У вас один цвет основа? Нет, несколько. Несколько? А как вы под меня подбирали? Ну, он более светлый, вы светлокожий. Самый светлый, да, цвет, да? Кожа, тем более яркий цвет волос. Если у вас затемнит лицо, будет очень контрастным. Поэтому я вам самый светлый выберу. А какой это номер? 30-й, светло-бежевый. Остальные ищите мне, да? А как вы выбираете, скажите? Если 30-й самый светлый? Нет, я выбираю по цвету. У меня 3 тона, я их могу между собой перемешивать. Светлый с более темным, средний и самый темный. Самый темный редко пользуюсь. Если после загара человек приезжает и, да, явно светлее тон, я просто его добавляю в средний. То есть в чистом виде я его не использую. Логично, потому что абсолютно все тона иметь невозможно. Ну да. Под каждой кожей. Губы тоже, да? Обязательно. Тем более там с тенями что-то, ну, думаю. Ну да, там вокруг губ тень. Я видела, да, да. Как
визуально она увеличивает. Давно цвет волос делала? Уже 4 года. Нет, я имею в виду вот сейчас цвет. Нет, а недавно, несколько дней. Да, свеженький прям всасывается моментально. Тональный крем? Всасывается это если... Сухая кожа. А у меня не всосался. На поверхности он как бы... Нет, он очень такой правильно распределяется. За счет внутреннего баланса кожи, что она не сухая, не жирная, да, в то же время. Поэтому он очень хорошо распределяется. На шейку тоже надо растянуть, конечно, чтобы отличия не было, да? Обязательно. Чтобы у вас не был просто тональный блин на лице, а дальше белые шеи. На ушки тоже обязательно. Контуринг, он дает правильный контур лица. А не делайте случайно, как у Кардашьян контур? Нет, нет. Нет, я все ищу, кто же мне сделает. Такой, как треугольник. Да, треугольничек, он потом при растажировке дает очень мягкий переход. Носик у вас так хороший, узенький. Чуть-чуть вот здесь растушевываем хорошенечко, он дает очень мягкий переход. Видите, как он мягко прям стушевывается, получает, дает вот этот вот нужный эффект. Такой дымку, план. Да. Угу. Скулы. Вам только подчеркнуть. У меня все нету хорошо. Особо скул. Поэтому... Почему? Ну, нету впадинки такой вот. Впадинки нету, но да, как бы косточка выражена достаточно хорошо. Просто ее немножечко подчеркну. Ребят, ну и на Boosty и Patreon уже доступно несколько новых роликов. Обязательно посмотрите, ссылки в закрепленном комментарии. Да? Я поняла. Вам идет? Идет мне. Недавно у меня дома начали пропадать деньги и вещи. Мы провели собственное расследование. Оказалось, что клинер, который у нас занималась уборкой, ворует. Я сняла об этом длинное полуторачасовое видео, уже доступное на Boosty и Patreon. Но 15 августа на Boosty и Patreon я разыграю iPhone 15. Будет 3 победителя, двум другим отправятся по 10 тысяч рублей на карту РФ. Обязательно подписывайтесь и участвуйте. Двумя сторонами как бы, да? Вот эта цветовая идет, а вот это как бы совсем переход сравнивает, растушевывает. Если нужно где-то поплотнее, да, цветовую берем. Та, на которой больше пигмента. Здесь его нет, поэтому можно спокойно подтушевать. Эта тень такая будет немножечко, да. Там основное сделаем тенью, а это такая вот именно как контур. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы вот насколько возможно похоже было на образец. Наш. А там именно где-то места прямо не высветлены, а где-то затемнены. Вот эти переходики очень круто лицо подсвечивают. Примерно откуда до куда ведете его? Ну, то есть вот от выступающей кожи, да, косточки вот до скулы, до губы. И повторяем здесь. Да. Дублируем. Сначала светлым, да. Пойдемте. Это вы всегда так делаете или держите в голове образец наш, референс? Ну, и держу, и всегда делаю, да. То есть все равно нужно пудрой, да, закрепить базовое вот это вот нанесение. Вы сами занимаетесь макияжем? Себя только крашу. И такой твердый спонжик. Твердый? Да, тверденький. Это тот же? Ну, я в первый раз тоже твердо была. Может, я нажимаю сильно? Может. Но он сам еще такой не сильно мокрый слегка. Ну, да. И он плотный, прям как... Это не мячик. Это корректор. На него сейчас будем наносить, чтобы он покрепче держался, поплотнее. На все веко его наносим. Мы его на все, да. А там уже у нас темненький был. Закрашиваем теперь. Где мы темный вот наносили в уголках? Темненький у нас идет под бровкой вот так вот. Мы сначала светлый нанесем, а потом уже растушим на нем темный. А далеко фотографии? Можете еще раз? Да. Может, сфоткаете себя? Давайте. Теперь светлые тени у нас идут, как подложка. Кисточка нормальная, не жесткая? Ну, да, ведь просто на яблочко вот так. У меня все эти круги каждый раз. Серьезно? Да, конечно. Правда. Может, и так больше по касательной как бы? Ну, да. Теперь коричневинка. Да, закрывайте. Растушен кончик или... Кончик и все, чтобы она была мягче. Чтобы не было вот этого эффекта синяка, да? Там на образце там прям видно, где светленько, а где коричневое. Они отличаются. Если что, можно вот так ко мне предложить, и будет, мне кажется, сравнить легче. Ну вот смотрите, у нее тоже здесь вот нее у вас от уголка из подбровки, прям от носика вот она вот так вот идет. И подбровка вот так заканчивается. Здесь более светлый. Мы сейчас светлым, еще здесь разок пройдемся, будет более контрастно. Здесь не растушевано, и она достаточно грубо смотрится, да? Я чуть-чуть растушевала. Сейчас еще слой положим, она будет более яркая. Блогеров вы такая самая на позитиве, знаете. Потому что мне разные попадаются девочки, вы как-то все время подстегиваете, ну так, с юмором. Не обидно. Это консилер. Да.
Мы сейчас еще раз продублируем, чтобы поконтрастнее было. А давно вы вообще макияж делаете? Я училась вместе макияж делать с парикмахерским искусством, тогда это называлось стилист. Мы такие креативные, конечно. На курсах каких-то лет? Да, да, на парикмахерских. Ну, давненько? Давненько. И там все мы сразу, да, обучали? Угу. Знаете, все дело в опыте. Если ты часто делаешь макияж, я больше парикмахер. Это как бы у меня такое, как дополнительное. А как обычно сами решаете, ну вот что, еще макияж буду делать? Или это руководство? Руководство инициирует. Нет, нет, нет. Я сейчас буду межресничку делать, вниз глазки смотреть. Нет, сама просто интересно было. Свадебные делаете? Очень редко, только своим клиентам. А свои клиенты это кто, которые на прическу пришли? Да. Мне кажется, вы уже столько знаете, уже сами могли. Интересно же, что в салонах происходит. Сама тогда. А в салонах всегда по-разному. Абсолютно. Там вот этот вот клей классный, проработанный. Знали бы, что вы придете побольше по времени оставили. А так следующий клиент уже? Да. Через час, да, после ночи? Да, да. Обычно вам сейчас хватает на вечерний? Да. Ну, там никакого креатива. Вечерний имеется в виду, что полностью тон, коррекция лица идет и более яркие, да, тени, то есть более проработанные. А только вы делаете макияж или еще? Да, только я. То есть правильно рисовать стрелочки, когда я вниз смотрю, да? Чтобы... Нет, правильно, когда вы смотрите чуть-чуть вниз или на меня. Обязательно их надо закреплять сухими текстурами, иначе они будут отпечатываться. Это когда мы рисуем карандашом, да? Да, да, да. Да. Это прям поверхность. Раз, раз, раз. Тенями. Угу. Черными или очень-очень темно-серыми. Следующий клиент в 5. Угу. То есть прямо все ровно час. На макияж. Осталось. А нам еще тени под губами. Обычно, когда, знаете, как просит какой-то сложный макияж, да, присылают референс заранее девочки. И мы там либо время увеличиваем. Ну, вечерний, он же по умолчанию, мне кажется, непростой. Это же не дневное, когда тон, румянец, до свидания. А он уже там, ну, и стрелка, может быть, и смоки. У нас вообще, по-моему, только вечерний, да, есть, да, разница. Просто по цене нет разницы, и по времени нет. Ну да, это конечно странно. Просто так чуть-чуть, если клиент уже, ну, не просто лишь бы накрасить, а запросом, то все уже не успеет. Ну, обычно, это тогда уже, знаете, не макияж за 2000, согласитесь. Ну, если у вас такая цена, это же не клиенты устанавливают. Вы сами как бы оценили. 2000 вечерний макияж. Понимать, что, да, там каких-то канделябров за 2000, но ну, канделябра, да. Ждать. Но у меня, по сути, стрелка сама сложная. Да, да. Это коричневая тень. Вы просто потому что выросла рисуете или что-то изменяете форму? Изменяю немножко форму, потому что у вас немножечко выгорели и не доходит до нужной границы. Нужная граница где? Над уголком глаза. Кто-то ориентируется на вот эту точку, кто-то на уголок глаза. А вы сейчас где чаще выкладываете? Просто видела в ТикТоке раньше, что я на сейчас где? На Ютубе. На Ютубе, да? Не будем расширять их немножко? Чуть-чуть будем, да, просто от нижней иду более темной вот этой границы, чуть-чуть более светлую наверху. Вы немножко донарастили снизу, да? Да. А сверху не стали? Чуть-чуть сверху тоже. Сейчас будем сверху или уже? Ну, уже. Просто сильно-сильно широко я не буду делать, чтобы они у вас более натуральным, да, смотрелись. Тем более у вас акцент на стрелке идет больше. И здесь явно не хватает, поэтому я чуть-чуть... Прорисовали. Прорисовала, да. Как вам? Ну, такие выразительные, да. И немножко удлинили мы, да? Капельку, да. Сильно нельзя. Она должна, получается, бровка чуть-чуть как бы к стрелочке стремиться. Нет, вот так должно быть, смотрите, от точки через угол глаза, вот, она должна вот здесь заканчиваться. Лучше пораньше заканчивать, сильно не закруглять низ, потому что это визуально глаз опускает. Мы немножко закруглили. Чуть-чуть, ну, давайте вот так. Сейчас не туши. Надо выдержать. То есть идет тень у нас под губкой визуально. И вот здесь вот визуально, да, мы ее тоже. Ну, мне кажется, она там по всему тень. Контуру, нет? Сейчас посмотрю еще раз. Здесь точно. Просто важно не переборщить, а то такой эффект усов будет. Ну да, тут прям сильно. Может, кремовым, а то это вообще не видно. Видно, видно, сейчас будет просто потихонечку будет добавлять. Сейчас мы еще контур сделаем, и он как бы как раз отдаст вот эту тень. Сухой не так, да, виден как бы? Ну, этот ярче, да, но с ним аккуратнее надо. Мы растушуем, да? Растушуем, конечно. Первый раз такое делаю. Интересно. Интересный опыт. А как на образце, давайте, чтобы в целом ощущение от макияжа было немножечко вот как от фотографии. У меня она останется. Я бы сделала розовинку. Коричневый, да, корректор.
Розовый или? Он розово-коричневый. Матовый или как блеск? Он сначала как блеск, потом дает более такой матовый эффект, когда подсыхает. Хочется больше блеска? Угу. Нанесем сверху блеск, добавим тоже объем этим. Сейчас, кстати, модно вот этот купидончик вот так вот, да, соединять. За счет этого губка выворачивается верхняя. Не чисто, да, вот по вот этой линии рисовать, а немножко как бы ее вот так вот подсмазывать. И румяна, да? Румяна хочется, более теплый. И есть, можно нанести. Розовый, да. Неоновый, да? Да, 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 да. Это окей, кажется, да? Да, это окей. Гратин, он и на губы идет, и на щеки. Очень классно, когда распушил. Как рубашка ваша? Не знаю, там, смотрите, с той стороны. Знаете, может быть, от снятия, или это для лака, для ногтей. Мицеллярка, думаете? Ёшкин кот. Мне кажется, не возьмется, надо для ногтей, которые. Ну, для снятия лака, да. Не оттирается, да, вообще? Вот другое дело, да? Или он просто сейчас сильно посмотрим. Он был пенюарном одевать все-таки. Так оно в колени какого? А он закрывает, конечно. Не, как парикмахерский. Фигись, он стойкий, блин, показался. Не, вот это тихонечко оттирается, но медленнее, чем хотелось. Какой противный вообще. Что ж он с кожей, интересно, делает? Да, вообще хорошая фирма. Обратите внимание, производителя. Да. Мне кажется, так не должно быть, нет? Видаться так вообще прилично. Сейчас как в щеке влезти. А нет, с этой стороны нету, нету, да? Да, вот он как попал на внешнюю. Мгновенно просто влип. Просто это моя любименькая юбочка. Вот она. От Ювона она с таким... Она так и называется Ювона, и она с одной стороны длинная, с другой короткая. Да. Классная такая. Ну ладно, есть надежда, что сотрется, да? Ну как? Есть, да, она уже подстерлась, сейчас она высохнет еще раз. Красная. Жесткая румяна. Да. Прикольный вот этот холодный блеск дает розовинку, холодинку. Они прям неоновые, да? Да, они неоновые, но они классно при дневном свете смотрятся. А ярче их хочется? Или спокойно так сделать, просто чтобы увлековали они? Не знаю, как лучше. Чтобы красиво было. Я бы еще чуть-чуть добавила. Давайте. Не портит, да, макияж, когда ярко? Нет, ваш нет, потому что у вас яркие, да, и стрелки, и волосы, и наоборот, если вы сделаете слишком неудобно, получится, что потеряется, да, потеряется, конечно. Давайте еще раз заглядим, это пудра, мы ее на светлые участки наносим. Но она не белая, да, такая желтая? Нет, она желтенькая, но она очень классно подстраивается, она не меняет цвет, цветовое вот это направление, да? Она именно матирует. Сейчас берем контур. Да, более такой темненький, и уже усиливаем, да, закрепляем. А то подстерлось оно или как? Нет, нет, просто чтобы не было вот этот глянц не закрытым. Закрываем. Поверх румян, да? Угу. Они такую сияшку изнутри дают, вот эта розовинка. Где у нас губка, чтобы поплавнее переход был от этой тени. Немножечко такую сейчас сияшку добавим. Ну, как светоотражающая такая. Вот. На серединку лбам, да, сияшку? Чуть-чуть, на носик обязательно. Сюда под губку чуть-чуть. Это все сияшкой, да, сейчас? Да, то да, есть да. Как бы словно вот так вокруг надо. Треугольничком, чтобы... да, вот таким вот. Губы выделить. Выделить нос и губки, да. Что-то высыхает, сейчас еще протру. Кстати, ацетон лучше взял. Да, готово. А там еще, смотрите, мне кажется, под коррекцией высветлено. Вот тут вот светленьким. Под ней. Но там не высветлено, там, кстати, тоже смотрите, носик, да, блестит. Да, и нос, кстати, коричневый. Коричневый нужен? Ну, как там, как на фотке я хотела. Это высветляем или на? Чуть-чуть, да. Подвеска, сейчас это корректором подшивка. Коричневый носик. Сейчас это прям такой американский стиль. Люкс-визаж. Базовый. Просто фиксирует. Закройте, не вдыхайте. Можно на середину века, кстати, у вас там немножко сияшку нанести. Давайте. Такая мелкая-мелкая, без крупных блесток, очень классно мерцает. Попытка третья. Не особо, конечно, уже видно, но как соплика. Когда мокрая, вообще, да, не видно, но как бы сейчас высохнет, посмотрим. Более яркий сделан. Моё уголок стороны. Внутренний? Угу. Кисточка здесь вот еще.
Вот тут, видите, вот тут посередине, а что раз, вот тут вот. Да. Сейчас давайте еще подсохнет, еще протрем. Ну, уже лучше. Да, может, просто вот тут и вот тут протрем. А серединки оттерлась практически, осталось вот тут сверху, снизу. Хорошо, что я не в белом была. Да, с белого не оттерлась. Хорошо, что на футболку не попали. Потому что моя вся. Такой макияжик у нас получился. Прям очень идет. Такой нежный. Идет? Спасибо. 1995. Все. Да, все спасибо. Сейчас я отсяду дальше от окна, чтобы солнце не фрагментировало лицо, потому что когда по-разному свет и тень падают, одновременно очень сложно сопоставить воедино всю картину, сложить этот пазл, да. И надо, чтобы освещение было плюс-минус равномерно. Ну, в общем, смотрите, у нас сегодня ценник прям крайне низкий, с учетом того, что эта локация расположена недалеко от Москва-Сити, то есть вот ехать 13 минут на машине, на такси. Эта локация недалеко от Хамовников, тоже дорогого района. Даже вот там из окна, в принципе, небоскребы видны. Видите, что это такое, ну, место недалеко от дороги, то есть там у нас еще аптека, перекресток. Кстати, забыла я название показать, но оставлю его где-нибудь оставлю название. Обычно в описании, если оставляю название, то не в шапке, не в названии ролика, а если раскрыть описание, там будет, что я прошла в такой-то салон. Если в целом он у меня вызвал приятное впечатление, я публикую название. Сегодня именно такой вариант. Почему? Конечно, макияж, прямо скажем, не идеален. А что, в чем проблема? Ну, наверное, филигранности исполнения мейка, который делала Земфира, да, на образце. Ну, конечно, она профессионал, она практикует, она чуть ли не как бы одна из создательниц именно его в такой модификации. Она, конечно, вдохновляется другими визажистами, но в целом вот то, как она его делает со своими фишечками, да, это тоже, чем она занимается постоянно. Конечно, другой человек, который особенно его не практикует, ну, с большой вероятностью его не воссоздаст. Опять же, с учетом цены 2000 и эта локация, это очень, это прям дешево. То есть я помню, я делала максимум за 1500 целый образ, но это где-то было прям далеко, куда-то надо было ехать, это была мастер, ну, какой-то салон, который только открылся, они там как могли набирали клиентов, и, в общем, ну, и тогда получилось неплохо, и была девушка у меня из ближайшего зарубежья, в принципе, сделала она классно, хотя и лайтово. И здесь за 2000, конечно, таких как бы ожиданий особо не было, но я считаю, что всегда салон сам определяет ценник, да, никто, типа, не тянет его за руку, пишите эту стоимость, то есть нельзя прям совсем, если вдруг получается плохой результат, оправдывать его, ну, зато дешево, потому что буквально на днях у меня такой обзор был, и там что-то стоимость была в районе 2500, получилось просто ужасно, и нашли защитники, которые говорили, что а что вы хотели за эти деньги, да, на самом деле хотели, если вы позиционируетесь как профессионал, специалист, любые деньги берете за свои услуги, как бы будьте добры их делать, ну, хотя бы на каком-то прилично, адекватном уровне, а не так, что вы сделали хуже, чем было. Это как брать деньги за уборку, прийти из ведра грязную воду на пол разлить, разъелозить здесь, сказать, ну вот так. И вам, когда предъявят, типа, ну до вашего прихода чище было. А что вы хотите? То есть так это не работает. Ну все, как бы вы установили стоимость, будьте добры, значит, вы так оценили вашу работу, это ваше право. Это не значит, что теперь можно любой косяк сделать, да, еще брать за это деньги, прикрывая, что зато недорого. Нет. Но все равно вам платят, так что извините. Но сегодня у нас не этот вариант. То есть, с одной стороны, макияж в целом классный, сам по себе, ну, референс, именно как он реализован, ну, я думаю, что неплохо. Конечно, можно его сделать было чище, и проблема, видимо, в том, что мастер, ну, она себя, видите, не позиционирует как человек, который занимается сильно так макияжами, то сделает что-то там иногда каким-то постоянным клиентам. И мне кажется, вот все-таки в этом основная проблема. Потому что, когда ты чувствуешь себя специалистом в этой области, не снимаешь ответственность, то ты так или иначе понимаешь, что тебе надо держать руку на пульсе, какое-то обучение проходить или быть подписанным там на других визажистов, отсматривать какие-то фишечки, как-то, в общем, что-то учитывать, современные тенденции, потому что твоя работа, ты за это берешь деньги. А как будто, если ты изначально вот так настраиваешься, что я вообще-то не этим занимаюсь, как бы если очень попросят, ну вот так постоянные прям клиенты это сделают, ну потому что и ценник невысокий, тоже, ну, должны же понимать, что ничего вам особенного не сделать. Это как бы заранее визажиста расслабляет и как будто бы настраивает на то, что, ну, сильно как бы стараться не надо, учиться не надо. В этом
думаю, проблем, потому что потенциал есть. В целом стрелочки, ну вот это особенно мне нравится, хотя мы рисовали ее с почти закрытыми глазами, то есть она мне говорила смотреть вниз. Обычно получаются кривые стрелки, и очень сложно геометрию глаза так отрисовать, поэтому обычно вот такие сложные стрелки рисуют на взгляде прямом. То есть когда смотришь вперед, ее прям как бы как продолжение ресниц прорисуют, а потом вот эту галочку. В нашем случае я смотрела вниз. В общем, несмотря на какие-то в целом непростые такие штучки, да, коричневые, какой-то тоже загогулистый у нас использован, он меня не уродует. Я думаю, это еще заслуга в целом, что сам референс, он такой классный, то есть он не перегруженный, и там есть вот эти моменты, где свет тень расставить, оно уже по умолчанию, если не сильная косячность сделана, будет лицо украшать. Но и, в принципе, мастер тоже справилась, потому что у нее было очень много возможностей эти стрелки запороть и сделать их сильно хуже. Но она в целом справилась, хотя они не идеальны, то есть можно тоньше кончик было сделать, да? Можно было подводку, может быть, использовать, а не карандаш. Они бы получились более контрастными. Здесь тоже как-то утончить. И вот тут ступенька более выражена, а здесь она, видите, как будто более прямая. Можно было изначально все веко высветлить и по нему пройтись коричневым. Он, возможно, тоже был бы более контрастным. И яблочко тоже подвысветлить. А у нас как-то он более сплошный. Главное, наверное, из того, что в глаза бросается, что есть как будто бы пятна. То есть хорошо клиентов, ну, обходить, смотреть при разном освещении, может прикрутить сильнее, сделать, убрать лампу, чтобы такие моменты отслеживать, потому что, видите, когда, ну, при некотором освещении как будто сглажено, а вот сюда я ухожу, и вот здесь вот у меня как будто второй подбородок, то есть как мы рисовали вот этим стиком, потом вбили спонжиком, да, так он как бы и вбился, а полоска осталась, то есть можно больше внимания растушевке уделять. Дальше вот эта тень вокруг губ у образца, она ближе к губам, то есть она тоже довольно интенсивная, но вот это очень широкая полоска, и она может при некотором, видите, освещении давать впечатление, ну, карикатурных губ каких-то, как будто, которые очень странно выглядят, и зачем это? То есть все классно, просто меньше линия, тоньше. Мы ее, помните, когда вот в конце усиливали коррекцию финишно, вот эта кисточка вот такой, мы вокруг губ наносили этот корректор тоже, коррекцию коричневого. И очень сложно, конечно, аккуратно это сделать, когда вот такая кисть. То есть там, где линия должна быть маленькая кисточка, там, где более растушевано, пушисто. Вокруг губ можно было тоненькую взять, и тогда бы у нас вот такого бревна вокруг рта не получилось. Ну и здесь тоже подрастушевать получше. Из основного, что не могу не отметить, это то, что она сказала, что у нее три вида оттеночков. Классно, ну это супер, что есть три, но классно, чтобы один был очень светлый, прям максимально светлый, какой-то фарфоровый оттенок, типа 005, или прям который чуть ли не как аджасер, то есть он прям беловатый. Один, например, уже средний бежевый, типа того, который мне нанесли. Как я поняла, вот этот самый светлый, и он, видите, какой темный. То есть у меня прям шея светлая, потом мы немножко растянули сюда, ну как она сказала, будет странно, если шея белая, а лицо коричневое. Но в идеале должно лицо подбираться, цвет лица под шею. То есть не может быть такого, что у нас коричневое лицо после тона, которое сильно темнее шеи. Это уже оттенок неправильный. Просто изначально с точки закупки, ну, оттенок лучше выбрать вот такой супер светлый. Тем более у нас много белокожих в целом. Ну, как бы славяне обычно цвет кожи светлее. И многие там не загорают. Ну, просто пускай он будет. То есть затемнить всегда можно двумя последующими оттеночками, например. Из того, что прям я очень вижу, это вот это темное лицо по сравнению с светлой шеей. Но в целом за 2000, я думаю, что вполне достойно. То есть, возможно, если бы мы в целом не делали такую коррекцию интенсивную, она бы была сама по себе посветлее. То косички бы сгладились, да, вот эти. Но в целом это приятненько. Хотя, ну, я бы и бровки посветлее сделала тоже. То есть больше как будто бы в блонд и сделала начало более растушеванным, чтобы вот такие, как бы, меньше было резких линий. Фишка этого макияжа в том, что плавненько, плавненько, темный, плавно, светлый. И тогда он, естественно, красиво выглядит. Но в целом, мне кажется, получилось симпатично за 2000. И, в общем, сегодня мне открылись новые горизонты в том, что надо подальше держаться от кремовых продуктов, которые возле себя выдавливают на руки, в том числе, потому что просто он немножко подзасох, и он плюнул, и вот это все фонтаном разлетелось. То есть это могло быть и с основой, ну, с тональником то же самое, и с любым кремовым полузасыхающим продуктом. В общем, лучше возле клиента это не делать, потому что чуть не испортили мне юбку. Реально, если бы у меня была белая, мы бы уже не вывели, скорее всего. Ну, или на майку бы попала тоже, потому что ее точечно даже белизной какой-нибудь заливать, это будет ярко-белое пятно, а иначе пигмент не выведется. А полностью ты ее не зальешь, потому что рисунок уже сотрется, будет стрёмный. Я так уже испортила свои черно-белые джинсики. Об этом рассказала я в последнем влоге.
Вот, кто не смотрел, то побалуйте себя этими эмоциями. Были, кстати, мои самые любимые джинсы. Ну вот. Ну, в общем, я думаю, при всем, как бы, и невозможно, не идеальном, классно, что визажист доброжелательно, открытая. Салончик небольшой, но он держит цены. При этом там нет вайба крайней старомодности, знаете, когда вот это все такое закапсулировалось 3000 лет назад. И работники все эти работают из Советского Союза, которым все новое чуждо. Они злятся, агрятся, не дай бог, блогеры, камеры, что похайпиться пришли. Вот это вот все такое из прошлого, знаете. А здесь, несмотря на то, что он как бы и бюджетный, и небольшой, и куча клиентов вроде бы рядом, но все такие милые, доброжелательные, принимающие. Визажист тоже старается, косметики немного, цены небольшие, но как-то очень все приятненько. Вот, это самое главное. Вот сюда бы, я думаю, я пошла, особенно если бы у меня был прям ограниченный бюджет. Вполне, я думаю, за эти деньги выглядит очень адекватно. Особенно, если учтут мои пожелания, то вообще будет просто перфект. Ну, а напишите, как вам. Дали бы вы за этот макияжик 2000 рублей. В общем, какие моменты, может быть, вы посоветовали учесть визажисту. Все, я вас вот так вот обнимаю, целую. Огромное спасибо, что досмотрели это видео. Как же мне приятно, что все-таки встречаются, хотя не так часто, как хотелось бы, у нас добрые, милые, открытые визажисты, которые даже несмотря на то, что понимают, что получится не идеально, они там и не сильно практикуют, но при этом опачки, и вот она просто максимум возможностей показывает, и смотрите, как в целом мило, уютно получается. Если вы согласны, ставьте пальчик вверх. Всем скандалисткам на заметку. Все, целую вас, жду в комментариях. Не скучайте. Пока-пока-пока.